Сегодня свой профессиональный праздник отмечают кунгурские спасатели. 15 лет назад в городе была основана муниципальная служба спасения. С тех пор ни дня в Кунгуре не обходится без помощи храбрых мужчин. Будь то спасательная операция по снятию кошки с дерева или крупное городское ЧП, как, например, работа на развалах дома по улице Свердлова, 72, эвакуация людей из дома по улице Труда, 34 или дорожная авария. Кроме того, спасатели помогают в устранении последствий природных катаклизмов. Вспоминается и сильнейший за последние десятилетия паводок, когда сотрудники службы вызволяли людей из подтопленных домов, спасатели спасали домашних животных и скотину. Кроме своей прямой обязанности спасения людей, самые смелые мужчины города передают свой опыт и подрастающему поколению, регулярно проводя показательные выступления по тушению пожаров, эвакуации людей из автомобилей и высоких мест. Городские помощники выступают организаторами ежегодного конкурса «Школа безопасности». Благодаря активной помощи и поддержке спасателей, команда их юных последователей «Вертикаль» уже несколько лет находится в топе рейтингов на всероссийских и международных соревнованиях. Служба спасения сейчас – это 16 высококвалифицированных работников, среди них с самого основания организации во главе Николай Ёлтышев. Также самыми опытными сотрудниками являются Вячеслав Черных, Олег Костылев и Владимир Волкоморов.